Ребята, девчонки, всем привет! Сегодня будет не совсем обычное видео для моего канала. Я буду вам рассказывать о своей еде, что я ем. Появилось уже много вопросов у меня в Инстаграм. Вегетарианка ли я, или я веган, или что? И я хотела бы рассказать небольшую предысторию. Я соблюдала пост в этом году православный и придерживалась, то есть не делала себе никаких поблажек, не ела мясо, не ела молочную продукцию, яйца, мед не ела. Ну, в общем, полностью придерживалась поста, и за время поста я поняла, что я себя чувствую лучше, и, в принципе, пища животного происхождения мне не так уж необходима. Особенно это было мясо. До поста я участвовала в марафоне «Год для меня», и в рамках блока «Здоровье» я тоже делала дни без мяса. Их было примерно около 20 за 2 месяца, то есть мне было абсолютно нормально. Поэтому я решила как-то продолжать в этом направлении и начала искать какую-то информацию по поводу питания. И наткнулась на канал Романа Милованова и подсела на этот канал, если честно, там очень много всего интересного. Роман, большое спасибо, что вы делаете такие видео, это очень классно. И я вот сейчас на пути к вегетарианству, веганству и, может быть, даже сыроедению, но я еще, конечно же, не решила по поводу последнего, так как это не такая уже простая задача сразу так перестроиться. Я хотела бы вам показать вот этот блокнот, это еще до того, как я перестала есть мясо. Сейчас я мясо не ем, иногда я могу съесть немножко курицы, да, это есть, или вот ем морепродукты, я еще не поняла, как я буду без них жить, потому что морепродукты я люблю. А всю молочку я заменила на продукцию Альпро, это соевое, миндальное, кокосовое, рисовое молоко, также там есть йогурты, пудинги, я это регулярно покупаю, часто выставляю в историях в Инстаграм свои какие-то завтраки, обеды, перекусы, что я покупаю в магазине, то есть все, что касается этой темы. И здесь я хотела бы вам продемонстрировать, как я вела такой вот дневник питания. Вот, как видите, это было 20 апреля, вот тут небольшие у меня такие записи, и я хотела бы вам продиктовать, какое было мое питание на тот момент, потому что, возможно, кому-то это будет интересно. Это был вот такой период перехода, можно сказать, потому что на тот момент пост уже закончился, но я еще не приняла какого-либо решения и решила фиксировать всю еду, вплоть до того, что я писала, сколько миллилитров, я поняла, что, или там грамм, да, я поняла, что сами порции тоже могут быть меньше, что я очень сильно переедаю, потом тяжесть какая-то, энергии нет, и я решила вот все это зафиксировать. Давайте начнем. Вот прям с 20 апреля смотрим, да, 7.30, 250 миллилитров горячей воды с двумя ломтиками лимона. Такую воду я пью каждый день, то есть либо это горячая вода с ломтиками лимона, либо это холодная вода с ломтиками лимона, либо это холодная вода с ломтиками огурца, что тоже очень вкусно. Далее 9.40. Крупная тертая морковь, свежая, плюс кокосовое молоко, консервированное 1 столовая ложка. Горячий напиток дальше, это вместе с этой морковкой 200 мл. Так, у меня это было пол чайной ложки кофе, растворимого, я сейчас от этого пытаюсь отказаться. Чайная ложка цикория, чайная ложка сахара, 20 мл соевого молока. Весь напиток 200 мл, 12.30, 100 мл воды. Кстати, воды я пью очень мало, я пытаюсь в себе это развить, но у меня не получается. Ну, вот именно чистую воду в течение дня. 13.00 это у нас обед, тушеный горошек с брокколи, морковью и луком 70 грамм. То есть это вообще такая, знаете, жменька. Бутерброд 120 грамм, 2 ломтика белого хлеба, ломтики свежего помидора, огурца, микс салата, хумус
И здесь у меня еще миндаль 30 грамм. Ну вот, как видите, белый хлеб, это тоже не очень-то хорошо. Дальше, 14.00. Чай зеленый с соевым молоком, 180 плюс 20, ну то есть 20 молока, 180 чая. 15.25, 30 грамм миндаль. Банан 100 грамм, 17.30, это я уже с работы приехала, какао с соевым молоком, 1 чайная ложка сахара, весь напиток 200 мл, пол авокадо, огурец свежий 40 грамм, ломтик отрубного хлеба с хумусом. 19.00, отварной рис с горошком, морковью, луком, плюс соевый соус. Написано, содержит оливковое масло, то есть я добавляла масло, сейчас я, бывает, ем каши вообще без никакого масла. Все это 200 грамм. 20.00, это у меня уже такой перекус был перед сном, микс свежих листьев салата, ну, в общем, 50 грамм. Вот рацион за день. Давайте посмотрим дальше. Здесь у меня не все заполнено, как видите, я, наверное, забыла тут позаполнять. Это было 21 апреля. 7.30, вода с двумя ломтиками лимона, 200 мл, это горячий напиток. 8.30, кофе, цикорий плюс чайная ложка сахара, то есть это у меня было стандартно. 8.30, а здесь же к этому два ломтика слоеного теста, о боже, это вредно было, с моцареллой, запечено в духовке. Ну, то есть это типа такая пицца без ничего. Ну и тут, как видите, вот тоже моцарелла, здесь я еще... ела молочные продукты, и сейчас вот именно от сыра мне сложно отказаться, если честно. 12.00, рис отварной с горошком, морковью, капустой, 200 грамм. Это то, что у меня за 21 апреля. Дальше у меня тут какие-то пропуски, да, это тут, по-видимому, 22 апреля было, но я так и не записала. 23 апреля, 8.00, горячая вода с двумя ломтиками лимона, 200 мл. 9.15, горячий напиток, ну, кофе цикорий, это как обычно, пол авокадо, камамбер 40 грамм. 13.15, обед, рис с горошком 150 грамм, пол банана, зеленый чай с соевым молоком. Так, видите, здесь без сахара. 15.45, средняя свежая морковь терта, 1 столовая ложка кокосовых сливок, миндаль 10 грамм. То есть это все было смешано. 17.30, вода 250 мл, плюс 40 грамм свежего огурца. Вот это то, что я говорила, вода с огурцом. 18.30, какао с соевым молоком 200 мл, чайная ложка сахара. 3 ломтика зернового хлеба в виде тоста с твердым сыром. 20.00, салат из свежих овощей 200 грамм, 1 треть авокадо. 24 апреля, 8.30, кусочек пиццы. Кошмар. Слоеное тесто, помидоры, сыр. Кстати, я все это уже забыла, просто интересно. Вот сейчас решила снять такое видео. Очень полезно вести такой дневник питания. Попробуйте обязательно. Если будут какие-то вопросы, пишите мне, я обязательно отвечу. 9.20, кусочек пиццы. Это вот, который с утра. Видите, это такой был вредный день. А дальше здесь кофе с цикорием, соевое молоко, как обычно, йогурт без добавок, бифидус. Вот, это был молочный продукт, это я в Ашане такие бифидусы покупала, которые французского производства. 14.00, чай с соевым молоком 200 мл без сахара, фисташки 20 грамм. 13.15, гречка с отварной фасолью 200 грамм. Дальше не заполнено у меня, и мы переходим на следующий день, 25 апреля, 8.20. Вы это, наверное, слышите, это соседи, но я ничего не смогу с этим сделать. Простите, пожалуйста. 8.20, тыквенный плов на кокосовом молоке, 100 грамм. Кстати, это очень вкусно оказалось, правда, вот серьезно, очень вкусно. 9.15, половина банана. Салат из свежего помидора и листьев салата без масла и соли 150 грамм. Здесь стандартный кофе плюс цикорий плюс соевое молоко. 12.30, вода 200 мл. 13.00, тыквенный плов 250 грамм. 16.00, яблоко без кожуры. Я всегда ем яблоко без кожуры, потому что... Ну, в общем, у меня кожура плохо переваривается, я плохо себя чувствую от нее, поэтому без кожуры. 17.30, цикорий с соевым молоком без сахара, заварное пирожное. Да-да-да, как видите, вот иногда не совсем правильное питание. Ну, вот бывает, сильно захотелось, я позволила
Да, главное не делать это все время. 20:00 рис с тыквой на соевом молоке. В скобках плов. То есть, как видите, плов, плов, плов. Это был такой день плова. Плов был просто очень вкусный. 26 апреля, 8:00, вода с лимоном 200, 9:30, кофе, цикорий, соевое молоко, фруктовый салат 250 грамм, половина апельсина, банан, яблоко. 13:00, вода 100 миллилитров, 13:30, тушеный картофель с тыквой и горошком на кокосовом молоке 300 грамм, тоже очень вкусно, поэтому, видите, аж 300 грамм я съела. Зеленый чай 200 миллилитров без сахара. 15:45, половина апельсина. И тут у меня опять, видимо, не было времени на заполнение. Но если я не заполнила, это не значит, что там было что-то гораздо хуже, чем до этого. 27 апреля, 8:30, вода с лимоном. 2 яйца в смятку. Вот видите, тут яйца появились. 1 кусочек зернового хлеба с маслом. Масло. Кстати, я это очень любила, сочетание яйцо в смятку и хлеб с маслом. Это с детства такое. 9:30, кофе, цикорий, на-на-на, соевое молоко. Так, фруктовый салат 250 грамм, половина апельсина, банан, яблоко. 12:30, вода 100 миллилитров. 13:15, тушеный картофель с тыквой, горошком 250 грамм. 15:00, чай зеленый 200 миллилитров, торт бисквитный, один кусочек. Тут у кого-то был, да, это был день рождения у сотрудника. Вот. 17:00, чай зеленый 200 миллилитров, торт бисквитный, один кусочек. Видите, какой кошмар. Да, ну, бывает и такое. 19:30, салат, свежий огурец, помидор, моцарелла, оливковое масло 250 грамм. Это все вместе, салат 250 грамм. Фасолевый суп 200 грамм. Так, ну и вот у меня здесь последний за 28 апреля. Немножко осталось и заканчиваем, потому что уже наболтала очень много. 6:30, горячая вода 100 миллилитров, ну видите, без ничего даже. 7:30, фруктовый салат 250 грамм, яблоко, банан, половина апельсина. Он очень мне понравился, очень вкусно. Цикорий, кофе с соевым молоком без сахара. Видите, тут я уже начала пить без сахара этот напиток, но я так делаю не всегда, сразу скажу, потому что... чтобы не было вопросов. 10:30, кускус 300 грамм, половина свежего огурца. Вот, я продолжала примерно в том же духе. Сейчас я уже практически не ем яиц, очень-очень редко ем сыр. Ну, то есть где-то, может быть, раз-два раза в неделю я позволяю себе что-то из сыра. Курицу примерно раз в неделю, и то потому, что я готовлю что-то мужу, и чтобы не готовить что-то еще, чисто из-за лени, вот серьезно говорю, не потому, что мне ее хочется, в общем, лень нужно отменить. А, да, я еще на пути к хорошему такому питанию, самочувствие супер, энергии много, мне все нравится, у меня нет такого обостренного чувства голода ужасного, такого, знаете, звериного аппетита, как раньше было, и нет тяжести в желудке, это очень-очень важно. Вот, если вы вдруг тоже стремитесь к тому же, чему я, обязательно мне напишите, будем поддерживать связь, друг друга будем поддерживать, и мне будет очень приятно. Спасибо всем за внимание и пока!